лет назад. Он сидит строго, я только научился делать. Тогда получилось не очень хорошо, но и не очень плохо. Сальто назад надо уметь делать кувырок назад с группировкой. И еще делать большие прыжки. И делать группировку. При группировке надо высунуть голову вниз. Должны быть в группировке, да. Чтобы сделать сальто. И потом вы можете пробовать делать сальто назад. Стараюсь не судить строго, я только научился. Еще сделаем 3 раза и будем это видео, вы можете его найти на ютубе. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока!